Дорогие наши мужчины, я, художник Ирина Клементьева, поздравляю вас с 23 февраля и хочу вам подарить отрывок из моего стихотворения в такт, созданной сегодня мною картине. Я устала от шума дорог, утомилась от блеска огней. Я хочу убежать от тревог в край любви и надежды моей. Там с утра мне пою соловей, и осыпав всю землю росой, детство стелит ковры из травы, чтобы вечно ходить в небосой. Спасибо вам, наши защитники Отечества!